Так, Даша, тебя проверяли, а? Да. Проверяли тебя? Досматривали? А тебя реально еще общупывали? Нет. И меня тоже. Бля, походу мы какие-то не очень красивые. Какая-то странная пантера. Бля, просто куча магазинов с ВГ всякими штуками. Даже носки, блядь. Носочки! Вот это прикол, вот это прикол. Бля, как настоящий. Как настоящий. Это, короче, Т-34, который... которого прижали с двух сторон маусы. Это World of Warships, ёпрсы ты! Догнал. Короче, это пресс-аккаунт, есть миллион золота. Ты знаешь, куда идти? Мы потерялись. Мы потерялись, отлично. А? Так куда там куча народа, не хочу туда идти. Надо идти со школьниками, Даша говорит, но школьники здесь везде, так что куда идти-то, блин? Со школьниками, да? Да. Класс идея. Даша придерживается такой же теории в бою, поэтому у нее 53%. Бля, я отвечаю, это шашлык из оленины. Стопудово шашлык из оленины, да? ВДВ в крови. Ну на ИС-7 катается, стопудово. Водители ИС-7, я отвечаю. Вот. Самый главный водитель ИС-7. Ебать у нее клюшка. Ну, ракетка. Ракетка, окей. Типикал игровая зона. Сказали замечательно. Сколько мест. Поиграй не хочу. Играй не хочу просто. Блин, будет вообще обидно, если там нет игровой зоны. Сколько мы уже? Минут 20 ходим? Да, будет максимально обидно, конечно. Ладно, шутки шутками, но игровую зону мы нашли, кстати. Она прямо за туалетами. Она прямо за туалетами, да. Почему бы и нет? Блять, это же очередь в игровую зону. Подойти отсюда не видно, надо подойти поближе. Это пиздец. Так, все, отбой. Мы нашли наконец-то зону Блица. Немножко тупенькие снимали, только что очередь большие танки. Я думаю, что в Блицовске будет раза, может, 4 меньше. Но это не факт, на самом деле. По-моему, здесь вообще очереди никакой нет. Здесь просто толпа народа и все. Какая очередь? О чем вы говорите? Так. Ну, будем, короче, стоять. Это квас. Чисто союзник, короче. Так, этот парень уже, видимо, слился такой. Так, что за дела? А эти еще, видимо, живые, да? Бля, ну вот киберспортсмен меня вообще удивляет. Батя, что делать? Жми стрелять. Батя, я на ИС-7, что мне делать? Едь вперед. Да, едь вперед, да, видишь, ЕС-100, да, едь на него, короче. Батя, я очкую. Не, нормально там все, там всего две бабахи стоит. Бля, так, едем. А, нормально. Разочек тынканули, второй разочек тынканули. Так, реклама банка. Так, батя, я взял воина, походу. Но это не точно. Скиллованность видео зашкаливает, да? Слушай, дождь идет, а очередь... Здорово! Как ты не подкрался неожиданно! Договариваются о передаче чемодана денег. В общем, какая-то новая карта сейчас будет. Это
Кася, расскажите, как вам телефон Huawei? Божественный телефон. Я брал бы, вот, не задумываясь, даже за 2000 долларов. Это нужно вырезать. Господи, количество пресс-аккаунтов зашкаливает на одном видео. Какой-то типа остров или что? Я не умею с телефона играть, что вы меня хотите. Бля, ебать, игрок. А это ты был, да? Бля, я потерялся, подожди. Бой без меня идет пока что. Ну давай нормально. Давай 1900. Минус 7. А в бахов КД нет? Блять! Мать моя жизнь. Никто не заберет. Я не была, сына, не было. Они вылезли, да все, она, все, в КД. На самом деле, интересная карта. Ну, как бы ты не смотрела, но просто карта какая-то симпотная. Такая себе сейчас. Так ты 2700 накидал? Подгон. Команда победителей. Подгон. Нет, мы проиграли, по-моему. Так, давно в танке играешь? Ну, года два. Два года? Три года. Блиц? Да, блиц. Блиц. И сколько у тебя боев? У меня 6000. Ну, нормально. То есть редко играешь, да? Так, и сколько у тебя процентов побед? У меня 51. 51? Нет, хорошо. Это хорошо, да. Ну, то, что видно в рандоме, это божественно просто. Почти как у меня. Почти как у нее. Сколько у вас боев, девушка? 15 тысяч. 15 тысяч боев? На чем будешь играть? Так, я даже не знаю. Просто в прошлый раз я играла. Бери Хэвика. Ну, Гашан, Гашан советует Хэвика. Камуфляж можно ставить. А кого? Камуфляж. Да, все что угодно ставь. Откуда я знаю? Ну-ка, ребята, давайте что-нибудь передавайте. Привет всем подписчикам Каси. Так, всего пятюню. Так, это тоже пятюню. Оп, ты не влез, давай еще разочек. Нифига ты влупил. Ты тоже давай пятюню, чё. Опа, все. Итак, ДВС, Кася, и сейчас у вас будет возможность сыграть с ними в одной команде. Ребята сейчас сами выберут. Возьми меня, Кася. Я выиграла!
Игорь, ты что, на ЕС-7 играешь? А что не? ЕС-7 лучше танковой мир вообще-то. Единственный тот, кто был. Игорь, можно сейчас. Так, вот здесь. Беспредельщики!